помощь и для вдохновения младшего поколения. На Минск-арене прошла в чем-то уникальная встреча. Юниорская сборная Беларуси, которая уже в субботу стартует на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, приехала в гости к своим старшим коллегам и кумирам, игрокам национальной команды. Рассказывает Ольга Звездочкина. Тепло и по-домашнему. Этих ребят, быть может, и разделяют несколько лет, кого-то и куда больше. Но каждый игрок национальной сборной страны наверняка помнит себя таким – 17-18-летним и только в начале карьеры. А потому встретили юниоров сегодня на Минск-арене с искренними улыбками. Что не менее важно, подопечные Юрия Файкова могли не просто посмотреть на своих старших товарищей, стоя за бортиком, но и пообщаться с ними в неформальной обстановке, а также получить небольшие наставления. Играть в Минске, как я вам уже говорил, с одной стороны хорошо, это родные стены, с другой стороны это и большая ответственность, и мы желаем вам удачи, надеемся, вы начнете хорошо, а мы уже первая команда продолжим после вас и тоже выступим достойно. Удачи вам. Такой опыт встреч понравился не только юным хоккеистам. Наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис отметил, что и ему по душе такие мероприятия, а игрокам юниорской сборной они еще и полезны. Для этих ребят такая встреча важна именно сейчас. Им полезно вдохнуть атмосферу, царящую на занятиях основной команды. Увидеть, как усердно и самоотверженно трудятся их коллеги. Понять, к чему следует стремиться в будущем. Я верю, что эти парни на чемпионате мира в Минске смогут показать все, на что они способны. Я за них болею и обязательно приду на все игры, на которые смогу. Поддержку со стороны главной команды страны отметил и Юрий Файков. В своей признательности Дэйву Льюису он был краток, но прямолинеен. Профессионал с большой буквы, я считаю, один из величайших тренеров современности. И сам наставник юниоров отметил, что эта встреча пойдет его подопечным только на пользу и поможет увереннее идти вперед, ведь нашей команде предстоит большой вызов – домашний чемпионат мира в группе А дивизиона 1, стартующий уже в субботу. А играть дома, как известно, и благословение, и наказание одновременно. Сложно сказать. С одной стороны, конечно, помогает, с другой стороны, как ребята, вот, психологическое это давление выдержит тут.